Добрый вечер, дорогие друзья. Перед вами основная движущая часть московской рок-группы «Во времени». В лице меня Николая Подорожского и Павла Сорокина, соло-гитариста. Мы очень постараемся, чтобы наша сегодняшняя встреча оказалась не напрасной. Мы играем музыку собственного авторства и некоторое количество наших прочтений на произведения ушедших и здравствующих классиков жанра. Начнем мы с песни, которая называется «Предчувствие осени». Как по маслу.
И, вы знаете, я в какой-то момент своей жизни понял то, что, как правило, такой период является ну, таким звоночком, что, скорее всего, куда-то не туда тебя может занести, и нужно быть, в общем, предельно внимательным в такой ситуации. Следующая песня, ну, такая она в некотором смысле автобиографичная, называется «Много на себя берешь». Раз, два, три, четыре. Не спеша проникаю
Продолжит программу песня, которая называется «Край беспогодицы». Ну, в общем, это такая песня, которая рассказывает о таком ощущении, когда, то, что называется, долетался, прилетел. Витя, можно вопрос? Да, конечно. А вы можете озвучить, когда будет ваша песня, а когда будет не ваша песня? Хорошо, давайте так, я буду озвучивать все то, что... я буду озвучивать те песни, которые не наши. Ага. Вот, а которые все остальные, соответственно, наши. То есть вот сейчас будет наша песня. Всем большое спасибо. Ага. Край беспогодицы. Невыносимую боль. Дух
мы решили, что покажем вам сегодня, буквально сегодня утром. Вот это совсем новая песня. Мы ее на самом деле перед нашим таким небольшим туром не успели полностью доделать во всех тех красках, которые нам слышатся. Но мне кажется, рабочая версия у нас уже существует. Новая песня называется «Рассвети».
Этой весной одному нашему старшему другу, автору московскому, его зовут Павел Федосов, у него был день рождения, и мы к этому празднику приготовили ему такой подарок, как запись его песни в нашем прочтении. Песня Павла Федосова называется «Человек терпит». Собственно, в продолжении заявленной темы о том, что хочется верить, что те испытания, те встречи, те расставания в жизни, которые происходят у каждого из нас, все это не напрасно, и все это все-таки ведет к чему-то светлому, хорошему. Человек терпит. 3, 4. Вечер, ночь, даже если не можешь.
А, как мне кажется, самым важным, что есть в каждом из нас, той способности любить и что-то давать тем, кто нас окружает. Песня о возможности нахождения этой способности внутри самого себя. Просветы, из моря.
Ну что ж, совсем скоро закончится осень, наступит зима. И потому, наверное, это дело надо отметить песней, которая называется «Первый снег». Рей надо мной,
ураган, солью зимы, перебиваешь раскопину пустоты. Там, где юные вина расправят меха, что-то вдруг растворит эту накипь греха. Долго шли, знаемы морозами, все снесли и остались вольными, жрали снег с кашею березовой и росли вровень с колокольнями.
плач, не жалели соли мы. Если пир сахарного пряника, звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем времена меняются, купола растеряли золото, звонари по миру слоняются, колокола сбиты и расколоты. Что ж теперь? Ходим круга около на своем поле, как подпольщики. Если нам недалеко вокал, значит здесь время колокольчика. Песня одного нобелевского лауреата.
песня наша, называется «Минута солнца». Обычно мы ее играем где-то вот уже на грани весны. Но сегодня на грани зимы. Почему нет? Это песня о важности встреч, о важности взглядов, о важности того, что мы можем друг другу дать. Это наше внутреннее тепло. Сказать, в общем, там живая только гитара и голос, а все остальное, такое компьютерное, в общем. Вот, это ощущается. А мы как раз в это время, по-моему, закончили работу над аранжировками нашего электрического альбома «Воспрять», который называется. И я давненько хотел попробовать, до этого мы никогда такого не делали, сделать какую-то вот нашу версию какой-нибудь песни. Вот. И эта песня нам показалась достаточно интересной, где мы могли бы себя каким-то образом проявить. Мы ее сделали, записали электрическую версию, а затем мне очень хотелось получить официальное разрешение на исполнение этого дела. И
И вы знаете, обычно на своих альбомах Константин Евгеньевич, где вот буклет с текстами песен, он пишет число, значит, когда песня была написана, и место, там, не знаю, поезд, там, Москва, там, Астрахань, там, что-нибудь. Вот. А очень часто попадается Сабо. Сабо. Что такое Сабо? Выясняется, что это деревня в Лужской области. Вот. Я недолго думаю, сажусь в машину с нашим диском, куда я еще одной песни приписал это теплее на компьютере, и еду в деревню Сабо. Спрашиваю, а где ты, там, Саид Евгеньевич? Ты же, ну, а, вот там, ну, домик серенький такой, мужичок с огорода такой, да. А, вот там, домик около озера такой. Нормально такой домик, говорит. Вот. Я прихожу, дверь открыта, вот, стучусь, значит, на меня, и смотрю в окошко, значит, там как-то из такого полумрака на меня, как вот настоящий такой динозавр русского рока, значит, медленно, вот так величаво, подвигается Константин Евгеньевич, но таким низким голосом, чего, типа, вот, Константин Евгеньевич, я приехал вам вот тут с гостинцами, там, выйдите, если не сложно. Что, вообще в завязке был. Да, он был в завязке тогда. Он, в общем, да. Он значит, медленно такой движется к крыльцу из этого полумрака, говорит, вообще-то мне подарки не нужны. Ну, ладно, типа, идет такой, значит, открывает такой, выходит на крыльцо такое серьезное. Вот, ну я ему все это дело дарю, вот он такой, да, хорошо. Там. Единственное, говорит, у меня что-то сейчас диски не знаю даже где послушать. Вот. Я говорю, ну вот хотелось ваше, да, вот разрешение получить, он такой. Ну, да. Не, ну сделали, пойте. Сделали, пойте. Вот. Поэтому, да, я ему как бы потом говорю, вот, я хотите, вас ромом угощу, у меня тут такой капитанский ром, такой остренький, там такой. Я не пью. Так обреченно так сказал. Ну, не, на самом деле, как бы тут смех смехом, это было, по-моему, через полгода после того, как у него был инфаркт. Поэтому я думаю, что ему нельзя было бы, скажем так, медицинским показанием, да. Вот такая история. Так что эта песня, у нас есть официальное разрешение ее исполнять. Она называется... Что говорите? Народ функционирует и говорит, да-да-да. Говорят, тормозит. Ну, конечно, здесь бургер. Значит, еще раз, песня называется «Тепло». Стало чуть
Ну что ж, раз мы вспомнили творчество Константина Евгеньевича, споем еще одну его песню, которая называется «Веретено». Будем рады, если вы будете тоже с нами петь. Это тот редкий случай, когда мы не привносили никаких своих, скажем так, каких-то вещей. В общем, просто была какая-то репетиция, мы такие... В общем, я с этой песни, собственно, начал слушать, когда эту группу «Алиса». Вот, и просто хотел просто сыграть. С ними не выпили? С ними не выпил тогда с Константином Евгеньевичем. Продолжим. 3, 4.
нечем дышать. Антонимом слова
Смерть является не слово жизни, а именно слово любовь. Потому что невозможно себе представить, что ты больше никогда не увидишь того, кого ты действительно любишь. В памяти отца Аркадия Шлыкова следующая песня, которая называется «Один». Снег.
большое. Ну что же, спасибо, спасибо. Ну что, мы потихонечку движемся к завершению нашей сегодняшней встречи. Споем песню, которая является, хотел сказать, завершает наш электрический альбом «Воспрянуть», потому что там есть еще одна песня. Поэтому почти завершает наш альбом «Воспрять». Вот то самое, как оно называется. И будем рады, если он окажется вам интересным. У нас осталось буквально... Спасибо. У нас осталось буквально три диска. У нас вчера к нашей такой неожиданности в городе Ковров разобрали прям вот большую часть того, что у нас было с собой. Итак, песня называется «Дорога даль». Дорога даль до поля, курс есть надежда.
И закончим наш сегодняшний вечер мы песней на стихи Лени Дыркина. Был такой интересный у нас случай, мы ехали выступать на фестивале его памяти, и по дороге никак не могли сообразить, какую бы его песню исполнить. И мне пришла такая мысль заглянуть именно в его стихи, то есть рассматривать не только песни, а именно стихи. А у нашего гитариста Павла, у него как раз была свежая инструментальная заготовка, буквально вот там 2-3 недели, как она появилась к тому моменту. И тут я нахожу буквально такое совсем небольшое стихотворение Вени, и так вот в голове как-то прыгиваю, понимаю, что вот оно вот сейчас вот соединится. Мы подъехали к территории фестиваля, буквально в машине, вокруг дождь льет, мы как-то сели спереди-сзади, раз-раз попробовали, и тут же через час ее уже исполняли на этом фестивале. Песня называется «Далеко услышу». Это, сейчас, секундочку, Пашок. Это, знаете, хочется просто закончить концерт, она такая лиричная, и при этом, вот как Карлсон, так сказать, улетел, но обещал вернуться. Здесь вот примерно об этом. Да, мы буквально сейчас перед выездом в наш небольшой тур мы ее записали, но я, честно говоря, не знаю, она у нас отправилась вот сейчас на официальный трибьют, который выйдет от лейбла какой-то. Полигон Рекордс, по-моему, называется. Не знаю еще, возьмут ее, не возьмут. В общем, ждем какого-то решения. И не знаю пока, когда мы ее опубликуем. Вот. Но, как бы, если ничего не будет противостоять этому, то мне бы лично очень хотелось ее к Новому году, в общем, подарить всем. Добавляйтесь к нам в группу ВКонтакте. Она называется «Николай Подорольский» и группа «Во времени». Вот. Давайте не будем теряться, давайте увидимся снова. Песня называется «Далеко услышу». Спасибо вам. Поля нашей Родины. До новых встреч. Спасибо.